Привет, меня зовут Юля, iRusso Idiomas, в Фейсбуке и в Инстаграме. Сегодня наш видеоурок будет о покупках, о продуктах. Давайте начнем. Итак, я сегодня ходила в супермаркет, купила продукты. Я купила 8. 8 пакетов. Давайте посмотрим, что я купила. Итак, тут у нас маракуйя. 1, 2, 3. 3 маракуйи, 3 штуки. Что еще я купила? Молоко. Кокосовое молоко. 1 бутылка. Что еще? Ага. Соус. Томатный соус. 1, 2, 3. 3 пакета. Тут у меня картошка. Сладкий картофель. 1, 2, 3, 4. 4 штуки. 4 штуки. Салфетки. 1 пачка. Что еще? О, кукуруза. Я очень люблю кукурузу. Очень люблю. Это мой любимый овощ. Кукуруза у нас тут. Давайте посмотрим. Кукуруза почти килограмм. Сколько стоит? 5 реалов. Почти 6 реалов. Кукуруза дорогая. Тут у меня брокколи. Я люблю брокколи. Я ем брокколи на обед, на ужин. Брокколи стоит 3 реала 99 центов. Почти 4 реала. Идем дальше. Тут тыква. Много тыквы. 1, 2, 3, 4. 4 штуки тыквы. Я часто готовлю тыкву с мясом, тыкву с курицей. Очень вкусно. Что еще? Этот пакет пустой. Пустой пакет. Этот пакет тоже пустой. А этот пакет пустой? Нет, тут что-то есть. Что это? Чеснок. Чеснок в России очень популярный. Мы много едим чеснока. Мы любим чеснок и борщ, чеснок с хлебом, чеснок и салат. Чеснок я всегда покупаю. Продолжаем разбирать покупки. Осталось всего 4 пакета. Тут у нас яблоки. Яблоки. И яблоки полкило. Полкило яблок, 500 грамм. И морковь. Морковь 2 штуки. 2 моркови. Здесь у меня салат. Салат, много салата. Целый пакет салата. А здесь мои любимые бананы. Я очень-очень люблю бананы. Я обожаю бананы. Вот килограмм бананов и еще килограмм. И тут у нас, что тут у нас? Макароны. Я очень-очень-очень люблю макароны. Я обожаю макароны. Эти макароны без глютена. Без глютена. Я не ем глютен. И, наконец, тут у нас что? А, правильно, лук. Это лук. Без лука никуда. Лук очень нужный овощ на кухне. Каждая хозяйка знает, что лук это очень-очень важно. Я купила 1, 2, 3, 4,
Пять штук. Одна штука на каждый день. В понедельник, во вторник, в среду, в четверг и в пятницу. Мне хватит лука на целую неделю. На сегодня наш урок закончен. Всем спасибо за внимание. Я пойду убирать продукты в холодильник и готовить обед. Всем пока, до новых встреч!